Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrosatoinfo, перед нами Xiaomi Redmi 10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве отключить простой режим. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки. В настройках мы листаем вниз, пока не найдем здесь пункт «Особые возможности». Нажимаем на него, нажимаем «Простой режим» и выбираем «Отключить простой режим», после чего наш телефон возвращается к обычному для него внешнему виду. Возвращается стандартная иконка, стандартный размер шрифта, и теперь можно спокойно снова пользоваться телефоном. Больше видео о данном девайсе вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!